Сегодня хочу поделиться рецептом очень вкусных и сочных котлет. Обжариваю лук до золотистой корочки. Пока он обжаривается, я займусь хлебом. Заливаю его молоком и прокручиваю также в мясорубке для однородной консистенции. После этого я возвращаюсь к нашему луку и заливаю его кипятком. Так мы тушим лук до полной готовности. Это и придаст сочность нашим котлетам. Потом обязательно нужно все ингредиенты хорошенько перемешать. Лучше это делать руками, можно для этого одеть стерильные перчатки. Я добавляю еще обязательно яйцо и специи по вкусу. У меня это сушеный чеснок, паприка и соль. Консистенция получается достаточно вязкая, из нее очень удобно лепить котлетки. Перед каждой котлеткой я смачиваю руки водой.